Привет, народ! В сегодняшнем видео печатаем ручку в багажник Mazda 6 GJ 15 год. Как видите, ручка отсутствует, но брать руками за голый металл не очень приятно. Нужно это исправить. Деталь очень простая, моделируем и отправляем на печать. Вот такая деталь получилась, отправляем файл на 3D принтер и запускаем печать. Ну и пока печатается наша ручка, хочу сказать, что если вам нужна такая ручка, или подобная деталь, или совсем другая пластиковая деталь, которой просто нет в продаже, обращайтесь, ссылка будет в описании. Позвоните, обговорим, смоделируем, напечатаем и отправим вам новой почтой. Прошло более 5 часов, ручка напечатана, смотрим, что у нас получилось. На первый взгляд все неплохо, но чтобы оценить полностью, нужно убрать поддержки. Честно говоря, снятие поддержек, тот еще геморрой. Те, кто с этим не сталкивался, наверное, меня не поймут. На видео кажется все очень просто. На самом деле, снять поддержки и не сломать деталь – та еще задача. Итак, спустя полчаса поддержки удалены и можем оценить то, что мы напечатали. Ну и снова возвращаясь к этим злополучным поддержкам, при их демонтаже деталь я немного сломал. Хорошо видно расслоение по шву, которое я склеил суперклеем. Поскольку эта часть детали спрятана в нише, перепечатывать не будем, идем в гараж и устанавливаем. Ну что, мы возле машины, волнительный момент, первая примерка. Деталь отлично подошла, осталось только прижать и поставить на защелки. Ну вот, ручка на своем месте, и скажу, что она отлично выполняет свою функцию. С момента печати и до выхода видео прошло уже более месяца, так что потестировать было время. Деталь получилась функциональная, и закрывать багажник стало действительно удобно. Если кому-то нужна подобная деталь, под описанием будет ссылка, переходите, обращайтесь, напечатаем. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока!